Объясню момент технически, как происходит исцеление, потому что я знаю, когда возле экрана особенно люди сидят, очень сложно принимать. Люди в это время картошку там режут на кухню, где-нибудь там, не знаю, цветочки обрезают, там на заднем плане что-то идет, кто-то там говорит, вы исцеление получаете сейчас, да, я получаю, конечно, все получаю. И люди теряют на самом деле многое, но можно не терять. Я подсказку такую даю. Когда вы понимаете, как работает технически это все, тогда легче. Смотрите, мы эмоционально очень сильно... Нет, скажу по-другому. На нас душевные вещи очень сильно влияют. Например, если кто-то, ну, примерно вот так молится. Сейчас это происходит. Бери. Это берет. Давай, бери. Сейчас, да, движется, я слышу. Люди такие, точно движется. А когда кто-то говорит, во имя Иисуса Христа, всякий демон, выйди, исцеление приходит. Аминь. Принимайте. Люди такие, да, ерунда. Мимо. За всем, что мы здесь делаем, стоят ангелы. Это никто из нас не может исцелить даже комара. Это действует сила Божья. И это работают ангелы. Поэтому ангелы, они получают инструкцию. Кричишь ты, грубо прославление там разрывается, струн рвет и создает эффект, что человек такой в зале думает, ух ты, помазание пошло. Вот. Или кто-то просто выходит, так, всякий бес, говорю тебе, прямо сейчас, слушай меня, ты выходишь прямо сейчас. Аминь. Все, он вышел, друзья, вышел. Вот. Поэтому это совсем не только кто-то выходит и скрипит голосом. Демоны выходят. И смотрите, ангелы на это не обращают внимания. На грубое прославление это они получают инструкцию. Когда Иисус сказал, иди, слуга твой здоров, это была инструкция. Иди, женщина, дочь твоя свободна, это инструкция. Ангелы двинулись и сделали нужную работу. Поэтому мы даем инструкцию. И важно вот этот эмоциональный фактор на вторую сторону убрать. Важно веру поставить на передовую, во фронт, для того, чтобы понимать, окей, в духовном мире что-то сейчас было высвобождено. Это люди Божьи, они сотрудничают с Богом, и они что-то высвободили. Поэтому это полетело сейчас, как стрела, ну, в хорошем смысле, как луч, как ответ. Это полетело, как огненный шар сейчас по всему миру. И я могу притянуть это, или могу сейчас просто отказаться. Потому всегда рассматривайте это как работу ангелов или работу Духа Святого в вас, или силы Божьей, которая вне вас. И выключив эмоциональную привязанность, тогда легче принимать. Скажу по-другому, тогда вообще все будет легко принимать.